работая на телевидении, трудно оставаться независимым и неангажированным. Тем более, не имея ни титульного, никакого вообще спонсора. Но мы стараемся это делать и даем вам возможность выбора. Вы, опять же, можете сравнивать, сами анализировать, потому как независимое мнение мы стараемся до вас донести. Другие телевизионные передачи этим не страдают. И в результате за другие деньги начинается накачивание перед началом выборов вполне приличного человека. Зачем, непонятно. Другие телевизионные передачи пытаются продать достаточно дорогие автомобили, зная, что это достаточно залежалый товар. Ну ладно, авось другие машины будут продавать. Сегодня мы не будем восхвалять и вообще каким-то образом комментировать в позиции того же превосходства новую технологию покрытия Мистер Кэп от автомоечного комплекса «Твой Дадыр». За нас это сделают другие люди, а вы слушайте и делайте собственные выводы. Для тех, кто не помнит, с удовольствием напомним суть и уникальность технологии Мистер Кэп. Благодаря эксклюзивным материалам при условии грамотного применения ваш автомобиль получает надежную и очень эффективную защиту. Жидкий пластик служит не в десятки, а в сотни раз дольше любого полирующего покрытия. Да, технология сложна, да и дешевизной ширпотребовских средств она не отличается, но она реально работает. Конечно, одной из задач автомоечного комплекса «Твой Дадыр» была работа непосредственно с продавцами новых авто. Но в очередной раз заметим, экономия на первоначальном этапе продажи оборачивается потерей престижа и обидой владельца автомобиля, купившего в салоне блестящий, казалось бы, новый агрегат, внезапно постаревший после нескольких моек. Рецепт, который автостоп выписывает таким страдальцам, достаточно прост. Визит в Мистер Кэп. Ну, поделитесь, пожалуйста, вот опытом эксплуатации 8-летнего автомобиля черного цвета. Ну, до тех пор, пока я его не покрыл, в принципе, как бы, ну, автомобиль казался 8-летним. После того, как я его покрыл и пришел его забирать, я не поверил своим глазам, в принципе. Машина новая, стоит передо мной новая машина. Вот, поэтому меня удивило вообще покрытие такое. Единственное, только нужно бережно относиться к этому покрытию, соответственно. Не сметать щеткой жесткой, а так в целом защищает от мелких царапин, от камней. Знакомые рекомендовали, в принципе, не жалею пока. А откуда узнал, если не секрет? От знакомых, автолюбителей, которые уже покрыли, уже примерно год эксплуатируют машину и, в общем, довольны. Меня интересует первое впечатление. Дело в том, что, ну, не свойственно автомобилю блестеть как зеркало. Вот про это пару ласковых. Ну, вообще, как бы, как к нему относиться? Есть люди, которые ухаживают за автомобилем, и он блестит как зеркало. Вот. Я вот, например, отношусь к таким людям. Я свой автомобиль берегу и стараюсь, чтобы он блестел все-таки. Все относительно достаточно. Ну вот, смотрите сами, блестит. Ну, не как зеркало, но смотреться можно, даже можно побриться. Что вы выбрали для защиты вашего нового автомобиля? Ну, как мне порекомендовали, новое пластиковое покрытие. Черный автомобиль. Ну, во-первых, сразу и грязь была видна. Вот. И, конечно, разница стала заметна сразу. В том, что на первый-второй день после мойки он уже выглядел, конечно, обычно. Обычно он уже выглядел, конечно, далеко не чистым. Здесь, несмотря на то, что я сегодня приехал из Екатеринбурга, неделю до этого я ездил на абсолютно чистом автомобиле. И, конечно, после полировки он выглядел просто как новый. Ну, процедура стоит некоторое количество денег. Но для владельца черного автомобиля, нового черного автомобиля, по-моему, несущественно. Потратить, ну, те самые там 25 тысяч, ну, в отдельном случае, чуть дороже, в отдельном, чуть дешевле, для того, чтобы каждый день не подходить и не ужасаться, скажем так. Ну, безусловно. И покрытие стекол, особенно на трассе. Особенно на трассе, когда грязь просто скатывается. Вот. И практически мы ехали на двух машинах. Вот. И водитель второй машины подходит и говорит, что у меня, говорит, плохо работает, то есть опрыскивать лёком. У тебя все в порядке? Я говорю, честно говоря, я им даже не пользовался. То есть вы еще сделали и нанообработку? Да, нанообработку. То есть грязь просто скатывается, и я ехал в этом смысле не знаю никаких хлопот. То есть работа
вот этого комплекса Мистер Кэп, включая нанообработку. Ну, скажем так, удивило? Более чем приятно удивило.